Ну что, с Новым годом, ла-ла-ла-ла. Вань, привет. Привет, я повторю. Вот так вот. Я очень люблю Старый Новый год, потому что это как-то... Если кто-то вдруг не помнит, то есть возможность повторить и вспомнить, как это... Особенно, если не очень удачно встретил... Второй шанс. Первого, да, второй шанс. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Очень рады вас видеть. Вернее, не видеть, но надеемся, что вы по ту сторону экрана, вы вместе с нами. Сегодня тема нашей программы, нашего эфира, в общем-то, Старый Новый год. Мы говорим на зимнюю тематику. У нас будет очень много красоты сегодня в эфире. Да. Как я люблю, да. У нас будет очень много интересных гостей. У нас... Поговорим о том, будем притягивать удачу и поговорим о счастливчике. Я даже догадываюсь, о чем идет речь. Для тех, кто 31 декабря, ну, может быть, был внимательным и смотрел телеканал «Витебск» с двойным каким-то интересом, то знает, что у нас проходил розыгрыш. Мы разыгрывали поездку в сказочный, королевский, новогодний. Как угодно. Он потрясающий, можно говорить, Стокгольм. Эпитет, можно подбирать много, да. Он такой. Победитель определился, и с ним мы сегодня познакомимся тоже. Он взял и раскрыл все карты. Ну а почему нет? Всем же интересно, как так повезло человеку, что удача в прошлом году принесла ему удачу в новом. Ну ладно, раз он открыл все секреты, Ваня, значит, все остальные секреты мы открывать не будем. У нас будет много интересных гостей, поэтому оставайтесь вместе с нами, будьте вместе с нами в эфире телекафе «Вечерний Витебск», и мы начинаем. Ну что ж, у нас в студии прекрасный снеговичок, а также прекрасная Светлана Петровна Дорощенко, директор гимназии номер 7, и Олеся Алексеевна Павлова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 7. Добрый-добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, мы начнем с нашего чудесного зимнего гостя все-таки, да? Давайте поговорим о том, что в вашей гимназии прошло такое, я бы сказала, масштабное мероприятие, флешмоб, можно сказать модным словом. У вас было нашествие снеговиков. Так что же на самом деле происходило? Ну, нашествие – это, конечно, как-то очень громко сказано. Дело в том, что каждое мероприятие, которое проводится в нашей гимназии, сопровождается удивительными проектами. Проектами, которые мы организуем не только для наших детей, но и, конечно же, совместно с родителями. И вот в канун Нового года один из проектов – это и был изготовление снеговиков. Причем изготовление снеговиков не оговаривалось, какой формы, какого размера, из какой чего, техники, наверное, да? Из чего, да. То есть здесь был полет фантазии, и каждый родитель со своим ребенком, это очень важно в настоящее время, вот, готовились к этому конкурсу. И вы знаете, получилось настолько удивительно красиво, настолько много снеговиков, их было около, ну, наверное, 260, больше, да, то есть, да, и когда мы всегда входили в холл и видели эту красоту, каждый раз настроение утром всегда оно настолько поднималось и хотелось жить, радоваться, учить детей. Ну, я думаю, всем, абсолютно всем было приятно видеть замечательных наших вот таких вот героев. И вот такого снеговичка от семьи Зарубицких мы хотим преподнести телерадиокомпании «Витебск», вашей замечательной елочке, вашим замечательным сотрудникам. Пусть этот снеговик приносит вам удачу, счастье. Ну и, конечно же, как можно больше гостей приходит к вам в студию замечательных, которые могут поделиться такой радостью, как 7-я гимназия. Ой, спасибо большое, очень приятно. Нам нужно сейчас придумать традицию, что-нибудь ему нужно тереть для того, чтобы была удача. Ну, у него очень красивая круглая попка. Простите меня, пожалуйста, скажите, можно ее потереть и загадать желание. Это всегда, пожалуйста, не возбраняется. А скажите, это было что-то вроде конкурса? То есть выбирался из этих 260 как-то лучший снеговик? Или просто доставляли Вы удовольствие? Знаете, Ваня, всегда конкурс проводится для того, чтобы был победитель. Правда? Так. Вот и вы говорите о том, что у вас был победитель в канун Нового года. Но нам, к сожалению, вы знаете, не удалось выявить победителя, потому что каждый снеговик был удостоен просто гран-при.
И я всегда восхищаюсь фантазией наших родителей, фантазией наших детей. Вы знаете, даже из зефира у нас были снеговики, из подручного материала, из пластиковых стаканчиков. И они, каждый из них был уникальным. Они друг на друга не были похожи. Мы им давали названия. Мы их каждого с ноября месяца уже полюбили, как своих родных детей. И я думаю, что когда вот этот конкурс завершится, будет, наверное, очень грустно без них, без этих снеговиков. Ну вот наш режиссер показывает ваших снеговичков как раз-таки, да, да? То есть вот наши телезрители могут оценить. Вы знаете, я сейчас подумала про то, что очень часто люди жалуются, что вот нету какого-то праздничного настроения, вот как-то Новый год совсем не чувствуется. Мне кажется, что у вас вот буквально переступив порог гимназии, то самое настроение чувствовалось. Подходя уже к зданию гимназии, ощущалось праздник и, да, вот это вот зимнее, новогоднее настроение, потому что каждое абсолютно окно, будь оно в холле, в кабинете, учебном, в мастерских, оно было каждое украшено, причем украшено не просто вот индивидуально, а оно тоже разрабатывался проект украшения нашей гимназии. И, конечно, это каждая деталь, это украшение, это работа детей здесь уже с педагогами совместно. И каждая деталь, конечно, была вырезана с любовью, вытянанка, которая творится, ну, вы сами понимаете, не один день, а это долгая, кропотливая работа. Ну, я понимаю, что гимназия номер 7, можно гордиться не только выставкой снеговиков замечательной, есть очень много поводов для гордости. И несмотря на то, что, наверное, педагоги, учителя подводят вот итоги конкурса там, в конце учебного года, когда звенит последний звонок, там, к 1 июня, то, наверное, ну, и к Новому году тоже какие-то, все-таки это середина года учебного, тоже есть итоги. Чем похвастаетесь? Ну, вы знаете, хвастаться мы не любим, мы всегда гордимся нашими успехами. И подводя итоги года, 2018, к сожалению, он завершился. И вы знаете, конкурсы мы проводим не только в гимназии, но очень любим участвовать в них. И международного уровня, и республиканского, областного. И если говорить о результативности, то у нас их действительно много. 286 конкурсов, олимпиад, различных научно-практических конференций – это победы. Но участие значительно больше, конечно, это само собой разумеется. И каждой победой, абсолютно каждой, мы гордимся. Гордимся и победителем, и гордимся тем, кто участвовал, не смог по каким-то причинам достичь в этом году высоты. И надеемся, что 2019 он будет еще более успешным для наших творческих детей. Потому что не случайно мы называем свою гимназию, мы очень любим, храмом ума, добра и творчества. Поэтому я надеюсь, что вот именно творческие, талантливые, умные дети, они будут побеждать, и побед в этом году будет значительно больше. А позвольте я тогда у Олеси Алексеевны спрошу, а какие, может быть, самые любимые мероприятия, которые у вас проходят, но любимые у детей? Вот что они больше всего любят? И мне кажется, кто, как не вы, лучше всего об этом знает? Ну, я думаю, сегодня Старый Новый год, и, наверное, хочется вспомнить то мероприятие, которое произошло у нас совсем недавно. Это рождественские спектакли, которые подготовили учащиеся гимназии. Они были в роли актеров, вокалистов, танцоров. В общем, это можно говорить о более 100 участников этого спектакля. Спектакль был не один. Их было 11 штук, 11 спектаклей, и это фееричная массовая работа, которая, конечно, была интересна и зрителям, и в первую очередь участникам. Потому что зрители, скажите, кто были? Это были учащиеся вашей гимназии, либо родители тоже могли приехать смотреть? Учащиеся гимназии, это и родители. Вот последний спектакль у нас как раз был дан для родителей, для родителей из многодетных семей, для представителей родительских комитетов, для ветеранов педагогического труда. То есть мы уже распахнули двери для всех, кто пожелает. Расскажите, какие акции, мероприятия проходят в гимназии? Мы уже говорили о том, что их очень много и было, и еще предстоит. Но знаешь, что, наверное, есть какие-то такие более особенные, с которым вы относитесь там, с наибольшим вниманием, может быть, даже. Так, позвольте, я отвечу, да? Опять же, вспоминается акция, которая тоже подарила очень много позитива. Это символ года.
Вот 2019 год наступивший, это год свиньи, вот, ну, наши учащиеся пожелали изготовить поросят. Вот, и как и снеговиков, отозвалось очень много семей, которые изготовили свинок символичных таких, тоже в разнообразных техниках. И это было очень интересно и достаточно такие, потрясающе выглядела на конечном итоге сама выставка этих символ года. Вот. Но я думаю, что еще если акции вспоминать, то, конечно же, хочется отметить еще акция канун Нового года. Мы занимаемся благотворительной деятельностью, скажем так, и я думаю, что можно вспомнить и акция «Подарок ветерану». Вот мы изготавливали открытки для ветеранов нашего микрорайона. Ну, можно перечислять много и много. Светлана Петровна, к вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, понятно, что мечты должны исполняться, да? Но, наверное, даже тут точнее говорить не о мечтах, а о каких-то целях. Вот, может быть, какая цель у вас на 2019 год, вот до конца года, или, может быть, там с учетом уже следующего наступающего учебного года? Цель Ксении одна, чтобы каждый ребенок был здоров, успешный и счастлив в нашей гимназии. Чтобы он по-прежнему также относился с теплотой, с любовью к нашей гимназии. Чтобы каждый педагог и каждый ребенок нашел своего педагога, каждый педагог нашел своего успешного ученика и привел, главное, что к цели, которую поставит сам для себя каждый ребенок, каждый педагог. У нас сегодня в гостях будет замечательный коллектив. Мне бы очень хотелось, чтобы вот перед тем, как зритель увидит это выступление, я бы даже сказала, фееричное выступление, вот я уже тоже немножко раскрываю карты, я просто видела репетицию. Расскажите немножечко, пожалуйста, об этом коллективе. Это образцовый коллектив пластической миниатюры «Эстрадная мозаика». Руководит этим коллективом долгие годы Старовойтова Жанна Владимировна, замечательный педагог, профессионал своего дела. И когда вы увидите этот номер, увидите зрители этот номер, конечно же, поймут, насколько огромный труд детей, педагога. И каждый номер, который готовится этим коллективом, это, вы знаете, феерия. Действительно, потому что я всегда восхищаюсь этим коллективом, их работоспособностью и, главное, результатом. Много побед у этого коллектива, не случайно названо образцовым коллективом. И, наверное, всем известный также наш коллектив «Барабанщиц Макстон», который также на базе образцового коллектива тоже вот был создан и является единственным в нашем городе Витебске. Причем этот коллектив участвует на многих мероприятиях, и городских, и областных. Я думаю, что все наши жители нашего города и области понимают, о ком это речь. То есть различного уровня, и на международном фестивале «Славянский базар Витебский 2018» этот коллектив занял гран-при. Но они правда молодцы. Они действительно молодцы. И поэтому, вы сегодня в этом убедитесь. Ну что, я думаю, тогда не будем откладывать в долгий ящик. Красоты нам нужно в наш эфир. Правда же, сегодня все-таки праздник, поэтому вот буквально через несколько секунд будет фееричное шоу. В исполнении образцового театра пластической миниатюры «Эстрадная мозаика». Это будет хореографическая композиция. Я уже видел до начала программы. Ее можно смотреть из любой точки нашей студии, поэтому то, что это будет сниматься на камеры, никак не повлияет на качество и на то, как вы это будете воспринимать. Спасибо большое, что вы к нам пришли, но давайте сейчас насладимся уже вашими воспитанниками.
Дом кино представляет мелодраму «Путь домой». Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Щенок по имени Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Начало показов в 13.20 и 17.30. Кинотеатр «Мир» представляет мультфильм «Снежная королева. Зазеркалье». Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства. Все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира поможет только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а в вере в добро и дружбу. Начало показа в 9.30. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет спектакль «Афинские вечера» по пьесе Петра Гладилина. Строгий глава семьи намерен сделать свою талантливую дочь известной пианисткой. Сама же девушка тяготеет скорее к делам сердечным. Проблему отцов и детей берется решить вернувшаяся из Европы бабушка. Прирожденная аристократка, чье непосредственное чувство юмора и свободолюбивый характер поставят все планы семьи с ног на голову. Начало спектакля в 19.00. Вы знаете, что мне кажется, что вот что мы потеряли, вот наше поколение, это письма. Бумажные письма, которые пишутся от души, которые пишутся со всем сердцем, с добротой, с теплом, потому что, когда их читаешь, ну, правда, на душе становится теплее, легче, светлее. Такое замечательное письмо получила наша телерадиокомпания от Евгения Плавника. И он пишет о том, что одной замечательной женщины, Алины Петровны Казарновской, Кашниковой в девичестве, 9 января, день рождения, юбилей, ей исполнилось 80 лет. Но дело в том, что Алина Петровна не просто замечательная, красивая женщина, у которой есть замечательный друг, который написал нам такое замечательное письмо. Это еще и первый диктор, одна из первых дикторов нашего телевидения. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Алина Петровна. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. И мне очень хочется показать вашего друга, фотографию вашего друга, который написал нам это письмо. Я думаю, что примерно с таким вы с ним познакомились. Да, да. Более 60 лет назад мы вместе учились. Угу. В принципе, конечно, очень интеллигентный, эрудированный юноша, минчанин. Но вот как-то он все время по жизни меня ведет. То есть, ну, не оставляет в беде. Ну и, в принципе, мы общаемся очень часто. Мы передаем огромный привет вашему теплому другу. Я думаю, что когда он сможет посмотреть нашу программу уже в записи в интернете, то этот привет его тоже согреет. Спасибо вам большое за письмо и за неравнодушие, конечно же. Алина Петровна, ну в тот момент, когда я буду показывать нашим телезрителям ваши фотографии о том, как это было уже очень много-много лет назад, вы, пожалуйста, вспомните и расскажите все-таки, как вы попали на телевидение, какой прошли кастинг. Кто вас заметил? Ну, пожалуй, да, это очень интересно. Ну вот на этом снимке это первый КВН в городе. Он проходил вот в здании нынешней филармонии. И тогда, я не знаю, даже технически это было почти невозможно. Специально кабель тянули. В общем, я знаю, что досталось всем. Ну и, в общем-то, мы справились с этой задачей. Ну вот... Значит, ну, я во время этих снимков, просто это мои снимки, да, ребята снимали, да. Снимки, да. А я расскажу, что я еще и в техникуме училась, в энергетическом. Я занималась в драматическом кружке в Витебске с Лидом пионеров с Гнусевичем, а там со Стомой. Угу. Это заслуженный артист Купаловского театра. Конечно, вот эта вот заложенная во мне тяга к искусству, а я, она осталась и потом, когда я вернулась в Витебск. И здесь я начала заниматься в ГДК, в драм-кружке, с Латовским. А Латовский был приглашен режиссером на телевидение, когда она открывалась. И в силу того, что диктора не могли подобрать, вот девочка, которая передо мной была, она как бы испытательный срок проходила. И вот тогда кастинг этот, ну, Латовский сказал, тебе надо проходить. Я вообще не предполагала, но прошла. Но в силу того, что я энергетик, а была возможность по совместительству работать, я вообще-то долго работала. Потому что много раз кастинги проходили, артистки приходили, но однако же как-то останавливались на мне. А позвольте я вас спрошу. Дело в том, что на нашем телеканале вот совсем недавно, буквально в прошлом году, проходил кастинг для молодых, юных, горячих, задорных, мечтающих работать на телевидении. Как проходил кастинг
кастинг, конечно, в кавычках это не называлось. Это был, наверное, отбор, да, какой-то выбор конкурс, ведущего. Да. Да, нет, диктор. Конкурс на занятия. Вот да. Как он проходил тогда? Ну как, вот объявляли это, значит, в газете и на телевидении, которое уже работало, что такое вот событие предстоит, так, ну, определенная дата назначалась. И звонили по телефону, записывались, и приходило немало молодых девушек, но среди мужчин тоже это проводилось, но очень сложно было. А вот там есть снимок мужчины, вот этот вот. Вот это пора Фёдор. Показать. А вот я вот я не помню его фамилии. Он студент мединститута. И мне с ним пришлось тогда поработать. Потом он еще пару лет поработал и уехал уже, получив образование в свой город, Гомельск, насколько я помню. То есть это фотографии первые? Это первая фотография. Вот мы перед эфиром первые, да, первые дикторы. Но тогда понятия как бы ведущих-то, ну, условно, да, условно, не было. Вот. Хотя передачи мы вели. Причем прямой эфир. Прям вот как так, сейчас, как сегодня, да, да. Неожиданно, я совершенно не готова. Но снимки ребята делали очень хорошие. Мне кажется, они особенно ставили цвет, свет. Вот, и как-то всегда подсказывали, как лучше, куда смотреть и куда обращаться. Но, конечно, Лотовский, как режиссер, он очень много уделял внимания тому, как себя вести на экране. Ну и последующие режиссеры Селиванов, Островлянская. Кстати, Островлянская одна имела специальное высшее образование. Вот, конечно, человек с большими идеями, с такими требованиями высокими. Она и фильмов много создала. С ней было работать одно удовольствие. А здесь вот мы с Симоновичем, Давид Григорьевич Симонович, мы открывали кафе молодежное. Событие, вообще-то, для Витебска событие года. Предполагалось, что там будут молодежные встречи, интересные мероприятия. Ну, в общем и целом, оно не так пошло, не совсем так. Ну, давайте еще два слова скажем об этой фотографии тоже. Ну, в общем и целом, в силу того, что я как бы была замечена, ну, в общественной работе, у меня и с комсомолом была большая связь. И вот по одной из вот путевок... девушка с фотоаппаратом так? Да, вот я вот там с фотоаппаратом, стороны. Да, это я вот поехала подготовленная. Было очень интересно, это мы в Австрии. Конечно, группа наша сборная, белорусская. Ну, в общем и целом, телевидение, конечно, дало мне многое. Потому что я научилась, как бы, во-первых, общаться с людьми. Вот, как-то проще было. Во-вторых, я уже, когда и не работала диктором, я как бы не потеряла связь, а я стала писать. В силу того, что я очень хорошо знала языки, и белорусский, и русский. И какие-то сюжетики вначале, потом вела свои передачи. И была первая передача в течение этого периода, первая передача об энергетике. Значит, 22 декабря 1966 года утвержден был этот праздник, и я вела его с большой группой наших сотрудников. Возможно, вы уже показали. Я уже показала. Вот. Ну, конечно, собрали самый цвет нашей энергетики, и все, конечно, волновались, потому что... А вы волновались? Ну, я не знаю. Мне кажется, что, в принципе, конечно, меня научили как бы не волноваться. Я больше волновалась за тех, но кто в кадре, потому что я их готовила, раз это моя передача, раз я автор уже сценария, то я, конечно, их готовила, как и отвечать, и как себя вести. Ну, в общем и целом, все это как бы проходило, очевидно, нормально, потому что эти люди, мужчины, они как-то умели себя держать, и мне даже очень нравилось это дело. И после того, как я, в принципе, активно уже закончила работу здесь, ну, как-то так получилось, что на работе я стала заниматься как-то параллельно тоже как бы писать что-то. И уже работая в «Витебскэнерго», в ПТО, конечно, пришлось много материалов готовить сначала для книг о белорусской энергосистеме, которые издавались уже в Минске. У нас два больших тома, которые историческая вся часть. Я хочу показать нашим телезрителям. А это уже автор. О «Витебскэнерго. Живые корни».
Так мы назвали эту книгу, и здесь собрали историю всех наших структурных единиц. Для нас это теперь настольная книга. И, конечно, я здесь основной автор, потому что немножечко написали еще двое моих сотрудников, а остальное я как бы взяла на себя. Но я не могу сказать, что я все статьи писала, я все их отшлифовала, отредактировала. И здесь они уже как бы такие вот причесанные, как мы говорим. Вот. У нас есть задума и дальше продолжить историю, но в продолжении вот нашего разговора я хочу сказать, что еще до книги первая мысль зародилась у генерального директора Самодеева и потом его последователя Озерца, генеральный тоже директор, что нужен музей. И мы создали шикарный музей. И вот тогда как раз мы напали на жилу. Дизайнер. Я понимаю, Черняк. О ком вы хотите сказать. Да, Черняк. Вы знаете, что талантище, просто талантище. Он был замечен Машеровым, и у него он попал в колею. И вот благодаря ему у нас просто современнейший музей, который в этом году отметит 15 лет, и экскурсии у нас проводились с большим количеством не только энергетиков, но и горожан, и приезжих, и очень много наших сотрудников бывших из разных уголков теперь уже мира. Они приезжали и ходили в музей. Алина Петровна, ну, благодаря тому, что ваш творческий путь сложился вот в эту историю, да, вы как бы ушли из телевидения, да, в эту историю, но тем не менее, получается, что, наверное, именно вот этот опыт телевизионный помог вам и легко общаться с людьми, и находить нужных людей, и из этих людей вытягивать ту информацию, которая нужна вам, и правильно ее направлять, редактировать, опять же, издавать книги. Я знаю, что для женщины в такой профессии, в творческой профессии, очень важна поддержка семьи. И вот вы как раз-таки представительница тех счастливых женщин, которые, может быть, смело можно про это сказать. Да. Муж поддерживал во всем? Муж не только поддерживал. Он, понимаете, что, очевидно... Обожаю фотографии тех лет. Нет, ну обожаете. Он очень красивый. Год. Вы не взяли там, где он совсем молодой. Здесь немножко уже в возрасте. Но сказать честно, мы с ним это 5 лет встречались. Это 10-летие вашей семьи вот здесь подписано. Ну вот это тогда. Да. Вот, а перед этим мы 5 лет встречались. И он, конечно, не поэтому ко мне так вот полюбил как бы. Вот, ну, вот заметим, каким-то образом. И, конечно, он меня поддерживал. И как-то до конца дней своих обоготворял. Вы знаете, такая редкость. Я была просто счастливейшей женщиной. Фотография, наверное, каких-то последних... Да, это где-то 10 лет назад. 10 лет назад. Это вот современная уже фотография. Да. И вот с каким обожанием он у вас здесь смотрит, все очевидно. И с таким же обожанием мы шли по жизни. Но, в принципе, вот я еще не сказала об одном продолжении телевизионных вот этих всех заложенных основ. Это то, что я со временем стала писать, ну, очень это необходимо просто было. Мы сначала с главным инженером Белэнерго Александровым Игорем Николаевичем начали выпускать такой ежегодный альманах «Энергетика Витебщины». Ну, там, конечно, мне надо было писать о Витебске, о людях. Это было эпизодически как бы один раз в году. А вот потом, в этом году наша газета отмечает... В 19-м. Да, десятилетие. Десятилетие. Вот я сотрудничала, только полтора года назад я завершила эту карьеру. И у меня почти в каждой газете большая статья. Они в основном технические, но попадались иногда и другие. Вот одна из статей, фактически, я писала как бы о человеке, но я перешла на Шагала. Вы понимаете, у нас французы строили Оршанскую ТЭЦ. Валерий Зельвинский вел как бы репортажи, очень частые, потому что стройка века. Она была первой на постсоветском пространстве, потом и пущена первой, и мы досрочно ее пустили. Но вот французы, которые строили, была делегация, и вдруг знал главный инженер, что они хотят в Витебск приехать и посетить город. И мне сказали, что ты можешь провести экскурсию? Ну, как-то я так город знаю, говорю, да, могу.
И говорю ему, а Симонович мне подсказал, говорит, Алла, давай прошагала, ты что, французы? Ну вот давай прошагала. Он, конечно, дал мне первую газету, и вот когда меня вызвали, уже приехали французы, и все они говорят, шагал, шагал, главный был удивлен, как это я угадала тему. То есть, а писала я фактически о нашем электромонтёре, который снимался сначала в документальном, а потом в художественном фильме о Шагале. Ну, в общем-то, я о нем написала, что он снимался в фильме, там много, но в основном я написала для своих энергетиков, что люди, вы посмотрите, что творится в Витебске, какой у нас художник. И, конечно, я такую, ну, довольно лирическую статью написала. Она, конечно, произвела впечатление. Но о нем я, конечно, тоже написала. Он очень фактурный, колоритный, маленький такой еврей. Такой, знаете, это самый заметный очень. И у него эпизодические роли, но просто удались, как будто он был создан для этого фильма. Вот такой вот эпизод из моей жизни. Но вот это все, что я все время на людях, помогает мне сейчас. Я сейчас председатель ветеранской организации «Витебскэнерго» всей областной. У нас более 4000 пенсионеров. И, конечно, общаться приходится на разном уровне. И вот я, верно, уже сначала меня учили, как вот быть внимательной к людям, заботливой, а теперь я уже это переношу на тех людей, которые в этом нуждаются. Алина Петровна, давайте все-таки вернемся, наверное, в те годы, когда вы пришли сюда, на эту студию. Ой, давайте мы о людях расскажем вот, ваших, о людях, о которых, возможно, вы не знаете. Расскажите. Ну вот о Латовском я сказала, вы знаете, такой вот интеллигентный, очень утонченный человек, он, конечно, всегда говорил, что если ты разговариваешь, Аллочка, ты смотри в глаза, ведь глаза – это все, вот они говорят за тебя даже больше. Это вот все очень важно. Или со зрителем, если камера берет тебя крупно, ты же говори доверчиво, доносчиво. Так, чтобы он тебя понимал и вообще немножко как бы... Ну, как будто вы вдвоем разговариваете. Вот. Но ведь были режиссеры и другие. Вот я об Островлянской я чуть-чуть сказала. А ведь какой богатый целый пласт людей первых, которые пришли вообще, как говорят, ниоткуда. То есть журналисты, педагоги, музыканты. Они начинали. Но они начинали настолько скрупулезно. Вот они дотошно доходили до профессии. И, конечно же, в первую очередь, вот Илья Романович Коган. Вот. Он, конечно, это... Этот, ну, такой вот маститый журналист, и он вел общественно-политические программы, это его это редакция, поэтому здесь уже очень все соблюдалось строго. Гужва, она вела молодежные, то есть у нее редакции молодежных передач. Лазовская Аннушка. Аннушка ушла в Минск потом работать, а Гужва, ну, это требовательная женщина, грамотная, требовательная, но и, с одной стороны, вот такая вот как бы и строгая, но в жизни, в быту она очень общительная и доступная. И вот эти качества, очевидно, вот умение с людьми привлекли партийные органы, и ее очень быстро забрали председателем Полоцкого горосполкома. Вот на этой должности она была. Вот из этих вот людей, ну, очень я любила под обед Антонину Михайловну. Это музыкальный редактор. Ну, такая, знаете, вальяжная, с юмором, с иронией, потому что она полновата была, она на это не обращала внимания. Но с такой вот добротой к своим вот к выступающим Халилом, музыкантам. Выступающий. Она их так опекала, оберегала. Ну, это очень даже здорово. Но здесь же работал и оператор. Петр Романовский. Ну, это, вот понимаете, вот такой, такая мягкость, такая вот эта доступность. Вот как-то так вот микрофончик поставит, чтобы вот от себя услышали. Ну, у вас сегодня тут совсем другая обстановка, потому что и не жарко, и как будто мы с вами сидим вот в гостиной. А тогда у нас тут такое пекло, тут не знаешь, это самое, как, какой ты выйдешь после эфира. И он понимал, что и если не в микрофон говорит, что недоступно будет, даже не слышно, он всегда подскажет. Ну, и работал, мне кажется, он очень долго. А вот телеоператоры, это, конечно, бывшие, я думаю, значит, фотографы. У них это чувство вот,
как-то свет, вот что они всегда старались, хотя светооператор, это свет, как он называется? Осветитель. Осветитель. Вот, были там тоже ребята, я их не помню. А вот этих ребят я особенно помню. Значит, первый был Замостоцкий Сережа. Это такой красавчик, такой мальчик. Но он мой сверстник, поэтому все молодые. Мне было только чуть за 20, буквально там несколько месяцев. И ему столько же. Значит, Слава Рожкович пришел, может быть, чуть-чуть позже. Потом Смелаков, кажется, Аркадий, Устинович Юра. Ну, эти, понимаете, они уже асы. Конечно, они могли выдать себя и плохо. Они даже мне снимок один делали. Сделали потом уже с этого монитора. Ну, специально какой-то. Фотомонтаж был, да? Да, да, да. Такой вот искаженный как бы. Но это очень талантливые люди. Вот я раньше не понимала, там, что значит камера. Камера – это все. Тебя могут так вот выдать хорошо. Вот я не знаю, как там выдают сегодня. Я их просила. Ну, посмотрим сегодня. Я просила, чтобы моих морщинок не было видно. Не знаю. А вот скажите, это правда или нет? Меня мои более взрослые коллеги пугают байками такими, что раньше дикторы все тексты учили наизусть. Суфлеров не было? Нет, нет, нет. Вы понимаете, а как его выучишь? Вот, ты читаешь новости, все равно никак не запомнишь. Единственное, что читать надо было вот так вот, значит, если у вас там сейчас, очевидно, как я понимаю, бегущая строка какая-то там или телесуфлер. А тогда этого не было. Я, конечно, мы знакомились с текстом до того, старались поменьше опускать глаза, в основном говорить в кадр. Нет, не учили. Даже те передачи, которые мы вели как ведущие, мы знали общее направление. Правда, вот греха таить нельзя. Я, например, сама расписывала сценарий полностью весь текст тому, кто выступает в этом разговоре, участвует. Но единственное, что, конечно, человек придерживался вот этой линии, но он говорил совершенно свое. Вот еще я не рассказала эпизод, вот такой вот из моей жизни. И в этом телевидении, конечно, причастно, что мы были как бы на виду, и нам многое сходило с рук. И вот так танцую на танцплощадке с братьями, которые были парашютистами. У них это... Ой, это очень интересный момент. Кандидаты, мастера, да. Вот. И, значит, ну, они между собой разговаривают, ну, такие вот, ну, то есть это позволительно было, что рядом пара разговаривает, и они говорят, ой, завтра прыжки, перворазники сначала, потом. Ну, а мы как с Сережей тут же рядышком, мы как любопытно, что такое перворазники. Ну, вот объяснили все. Ой, и мы хотим. Хотите, пожалуйста. Это те, кто прыгают первый раз, да, с парашютом. Да. И вот мы тогда, значит, в Коковячино мы там добрались как-то, и вот они быстренько нам объясняют. Мы же не знаем, что, да, как с этими стропами, как там... Ну, парашюты кто-то собирал, там, ну, в общем, это нам не надо было. Уже все собрано, мы там садимся в этот маленький кукурузничек, поднимаемся. Инструктор. И так как-то все молниеносно. Вот как сегодняшняя передача. Прямо с одного полета. На прямой эфир второго дубля не может быть. И вот, значит, мы сели, и вот начинают прыгать. Я в середине. Где-то. И я думаю, ну и да, если я не прыгну, то Сережа ведь завтра уже точно огласит, что я струсила. Я вот не знаю. Он говорит, пошел, и я не задумываюсь. Это было страшно. Это даже не то слово. Вот просто открытый люк, щель такая вот, и ты просто как будто спрыгаешь с какого-то чердака. Непонятно ну, куда, просто да. Так. Но когда повисаешь прямо на этих стропах, ну, конечно, кайф. И думаешь, как это быстро. А ребята, все слышно снизу, они уже командовали, ну, пытались меня, чтобы я приземлилась нормально, но был безветренный, ясный день, и я ухитрилась таки их послушаться и приземлиться. Сережа за мной, зная тот же вариант, прокручивает в голове, что ну да, как это я не прыгну, я тоже прыгну. Короче говоря, только один парень был последним, то студент пединститута, такой вот мальчик, ну, все молодые. Он, конечно, знаете, так получилось, что команды пошел, он не дождался. И он прыгнул за Сергеем сразу, и стропа немножко, ну, как, ну, просто счастье, только царапина была. Вот так вот мы даже прыгаем. Я сказала, что вы стали примером для всех мужчин, хотя вроде бы... Я знаете что? Ну, вот верно, потому что вот так со страхом, верно, надо бороться как-то. У меня больше в жизни такого страха никогда не было. Ну вот за ваш смелый поступок, ну, конечно, не только за это, а за то, что вы сегодня пришли к нам в гости с юбилеем, с праздником вас. Ой, спасибо большое.
Спасибо огромное за прекрасные воспоминания. И с наступающим, с наступившим старым Новым годом. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Мне приятно, если я вспомнил всех, кто уже ушел из жизни даже. Спасибо огромное. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы смотрим сюжет, чтобы было понятно, кто будет следующий гость в нашей программе. Николай Николаевич, наступает самый, пожалуй, интригующий момент нашего сегодняшнего эфира. Объясню, 1 декабря, еще 1 декабря была объявлена акция, 70 жителей Витебской области пришли к нам сюда в студию и рассказали, как им повезло в уходящем году. Сейчас ваша задача, как уже наша Снегурочка еще в начале передачи вас назвала Дедом Морозом. Функцию Деда Мороза выполнить функцию Деда Мороза. Вот видите, у нее в руках такой поднос, напоминающий селедку под шубой. Это бочонки. Здесь ровно 70 бочонков. Каждый из них означает номер одного из тех, кто к нам приходил. Ваша задача. Сейчас мы это все сгружаем в мешок. Так. Он пустой. Так. Покажи, пожалуйста, Ваня. Он пустой мешок. Никаких котов в мешке нету. Так. Бочонки в мешке. Вань, перемешай как следует. Обычно после этого перемешивания... Встряхнуть хорошо нужно. Николай Николаевич, позвольте, я вас попрошу встряхнуть. Вы как человек сильный. Ну, все, теперь... Сейчас, хоп, мешок порвался. Вы знаете, я думаю, что сейчас наши телезрители прильнули к экранам, потому что номер, который сейчас достанет Николай Николаевич, отправит человека в сказочный Стокгольм. Поэтому сейчас вы еще и небольшой... Вы сейчас такой... решаете еще эту да. Тогда левой рукой от сердца она ближе. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я уже вижу этот номер. Покажите, пожалуйста, его на камеру. Номер 4. Номер 4. Уважаемый наш участник под номером 4. Кстати, они знают номера. Мы просили их запомнить. Я думаю, что мы вас как следует в этот раз поздравили с Новым годом. Телерадиокомпания «Витебск». Сама бы поучаствовала, нам нельзя по положению. Понимаете? Поэтому номер 4. Мы можем узнать, кто это, Вань? Я уже смотрю. Пожалуйста. У нас все номера, все записаны. Не переживайте, сейчас под номером 4. Вань, объяви, пожалуйста. Итак, под номером 4 у нас участник с фамилией Поражинский Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич. Мы поздравляем вас, Андрей Сергеевич. Вы отправляетесь в путешествие в сказочный Стокгольм. Ну, а с кем поездка на двоих, вы уж определяйтесь сами. Приветствовать надо. Да. Обязательно. Давайте мы сейчас все вместе посмотрим, чем же этот год запомнился для этого человека. Какая удача ему принесла еще одну удачу. Что он нам наговорил? Что он нам наговорил? Это в камеру. Это интересно. 2018 год стал для меня счастливым, потому что в этом году я женился, у меня родилась дочка, и в Суперлото я выиграл небольшой приз. Ну что ж, всем нашим телезрителям мы хотим пожелать, чтобы 2018, чтобы, вернее, 2019 был для вас таким же счастливым, как 2018 для семьи Поражинских. Андрей, Екатерина и маленькая Василина у нас в гостях. Это те самые люди, которые, собственно говоря, отправятся в сказочное путешествие, которые стали счастливчиками в новогоднюю ночь. Ну а теперь мы ждем подробностей. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что у нас проходит такая акция? Давайте начнем с этого. Ну, это увидела моя мама. Ну, и как бы теща нам посоветовала туда идти. Ну, мы все не соглашались, но вот все-таки она согласилась. Она была очень настойчива. Очень настойчива была. Ну, будем говорить о том, что ваша мама Катя, она такая немножечко, можно сказать, ясновидящая. Потому что нужно, наверное, начать вашу историю с самого начала. Да. То есть 2018 год. Начало 2018 года. Она нам подарила лотерейный билетик, и он оказался выигрышным. И 1 января 2018 года мы уже были в Минске на телестудии. Выиграли небольшой приз Суперлото. Ну, хороший, я бы сказала, хороший приз. Да. Ну, не будем открывать всех секретов. Приз был замечательный. Хороший был приз. Хороший был приз. Потом вы женились, вы сказали, в этом году. Это, да, в этом смысле, в 18-м. 27 января у нас была свадьба. А 27 апреля вот родилась наша девочка. В общем-то, правда, счастливый год. Потом, значит, вы отправились к нам, да. Поучаствовали. Кто сказал, что нужно поучаствовать?
Кто их снял? Или уже сейчас не вспомните? Изначально увидела мама Андрея по телевизору. А уже ваша мама сказала, надо идти? Да, она сказала, надо обязательно. Она сказала, что чем год начался, тем он должен закончиться. Это очень правильно. Вот. Ну, еще есть такой один момент, я сейчас его озвучу. Всем тем, кто приходил 1 декабря к нам сюда в студию, мы вручали по несколько лотерейных билетов, по три, да? Троечка, да. Троечка счастливая. Ну, чтобы у всех, кто приходит, была возможность проверять, счастливый, везучий человек, будет ли продолжаться удача. Я не знаю, на какую дату был розыгрыш, тираж, как обстоят дела. На 1 января. На 1 января, да, там было? Там мы тоже. Там мы в смысле, тоже вы и там выиграли, да? Да, немножечко выиграли. И там тоже нам немножко повезло. Катя, не обижайтесь на меня, пожалуйста, можно за вашего мужа подержусь? Вдруг мне тоже повезет в этом году. Я тоже, потому что у меня как-то с лотереями никак, что-то у меня... Ну, у нас тоже как-то не ладилось, ничего не ладилось, а вот тут вот... Мама моя и Андрей, они вот вместе хорошо работают. Значит, все удачно, правильно. То есть вы выбрали друг друга верно. Кстати, как вы познакомились? Откройте секрет нам. Познакомились мы через... Знакомых? Да. Мы были в одной компании. Друзей, да? На свадьбе свидетелями. Да. А, вы были свидетелями? Да. Так все-таки это Ну, как бы мы до этого знали друг друга, но виделись очень редко. И вот именно с того момента, как нас уже свидетелями пригласили, мы стали общаться чаще, 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 и вот. Угу. Так, а скажите, о ком мечтал папа? О дочке или о сыночке? О дочке. Что вы уже умеете, сколько вы селили? Ну, месяцев, я понимаю, что про года спрашивать равно. Да, нам 8,5 месяцев. Но мы уже умеем многое. Вот, похвастайтесь. Ползаем, садимся, вставать пытаемся. Папа, мама, баба, дай. Все это как самые обычно. Нужные слова. Да. Я до сих пор не обхожусь. Приблизительно так. С завидным интересом на меня Василина поглядывает. Может, она вас уже присмотрела. Так может быть, Ваня, наконец-то вот она та самая невеста, которая растет. Знаешь, что все может быть. Скажите, вы определились, да? Вы с супругом поедете в эту поездку или все-таки отправите мам, которые сначала подсказали, а другая отправила? Мне кажется, задаешь сейчас очень неделикатный вопрос. Конечно, сами поедут. Вдруг? Конечно, сами. У нас же так не получилось свадебное путешествие. Вот, пожалуйста. Будет свадебное путешествие. Здорово. Но перед тем, как я вам дам тот самый сертификат на поездку, я хочу спросить, а что загадано на 2019 год? Пускай это будет тайной. Но тогда мы желаем, чтобы ваша тайна обязательно исполнилась и все задуманное сбылось. Ну, вместе с тем, чтобы появлялись новые мечты. Но сейчас когда та-там! Держите ваш сертификат. Та-там! На морской круиз Таллин-Стокгольм на 2 персоны. Да. Я думаю, что 3-я персона, возможно, тоже согласится поехать с вами. Возможно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Я думаю, что теперь вы будете, ну, правильно, в нужные руки пошел сертификат. Я же говорю, папа, мама, баба, да. И то, что надо. Я думаю, что телеканал «Витебск» будет теперь вашим любимым каналом. Наша программа тоже. У нас много конкурсов различных. Принимайте участие. Будем видеть. Рады вас видеть снова. И с наступившим Новым Старым Годом, вашу семью. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мы отправляемся дальше по нашему сценарию. У нас сейчас замечательная рубрика, традиционная рубрика нашей программы «Поди в телек». Что расскажет Саша Калиман, узнаем прямо сейчас. Друзья, у нас сегодня очень простой вопрос для всех прохожих. Как же они заставляют себя каждое утро вставать с кровати? Пойдемте узнаем. Ну, работу надо, как себя еще заставишь? Не, ну это ж тяжело. Просто, ну, никогда же не хочется идти на работу, правильно? Почему, если работа хорошая, почему? У вас хорошая работа? Конечно. Какая? Воспитатель в детском саду. Вы золотой человек? Золотой. Вы знаете, что я считаю, что всем воспитателям в детском саду нужно ставить памятник. Потому что вот я как родитель не понимаю, как справиться с одним маленьким ребенком. А вы, я так понимаю, знаете, как справиться с 20 взрослых. Сколько у вас в группе? 17. 17 детей, которых нужно на улицу собрать, если что, заплести. Чему-то научить. Признавайтесь, как вам удается утром встать с кровати? Вот как вы себя заставляете? Легко. Что вас бодрит? Наступающий день. А что, знаете, вот это присущее чувство лени вас не останавливает? Нет. Ай, нет, лягу. У меня никогда не было и нет. Ну, куда утром спешите обычно? Вот какое самое первое дело утром, когда вот проснулись, собрались? Попить воды. Попить воды?
То есть вы, наверное, на ЗОЖе, на здоровый образ жизни. Конечно. Зарядка? Конечно. Серьезно? Да. Или придумали? Нет, ну что придумать, какая разница? То есть утром делаете зарядку? Да, обязательно. Там размяли шейку, да, там, да, ручки, да, да, поприседали. Да. Как вы себя заставляете вообще встать с кровати вот утром? Просто встаешь и все. Так легко? Да. А нет такого, что ну его вообще все? Просто вот одеяло наверх. Было такое, что можно было просто никуда не идти, вот просто забить на все? Просто говоришь, что себе надо, вот и встаешь. Чего себе? А ты как? Просто молча. Даже не говоришь себе надо? Просто на 6.30 встаешь. 6.30? Зачем ты встаешь в 6.30? Куда ты собираешься к 7 утра? Вот скажи, пожалуйста. На учебу, на пару. Собралась и встала как? Не тяжело? Нет. Нету лени вот этой? Как, нет. Вот у меня вообще лень полная. У меня уже выработано 6 часов каждый день. Почему 6? Можешь... 6 к 8 на работу. Надо кого-то еще собирать куда-то? Ну, сейчас уже нету. Уже все подросли? Кроме, да, все выросли, кроме животных выгулять надо. О, сколько у вас собак? Одна. Котов? Мопс. Два. Два кота, вы сразу троих выгуливаете? Да, и ягуана еще была, но уже нет. Побежала в мир ягуан? Да, уже все, умерла, все, нет. Слушайте, так вы любите домашних животных, да? Да. Ну, вас подобрали, выбрасывают люди. А, вы с улицы прям берете? Вы потом прививаете, все, делаете, ну, все? Ну да, они у меня дома живут, даже на улицу и не. Ну, а, вы их делали домашними, сделали, все понятно. Ну, они не хотят сами, они намучились на улице. Так, а как, вы котов тоже выводите на улицу? Ну да, выходят. На поводке? Нет, так. Они возвращаются потом? Да. Как вы себя заставляете встать с кровати утром? Обыкновенно встала и все. Вот у кого не спрошу, нету ни у кого лени. Вот все говорят, ай, встаю, иду. Во сколько встаете? 6, 7, 8, 9. 7 утра? Вам куда-то надо к 8? Никуда. Просто? Пенсионерам никуда не надо. Ну как это никуда? Вот я всегда прихожу утром в утренний автобус. Пенсионеры куда-то едут с утра. Поликлинику больше никуда. Единственное развлечение. Мы желаем вам крепкого здоровья и пореже ездить в поликлинику. Как вы заставляете себя вставать с кровати утром? С трудом. А что так? А не хочется уже делать? Ну, не хочется, да. Лень. Но... Ну, нет, не, ну, почему не? Нет, вот именно сегодня вставать или вообще? Вообще, вот, в принципе. Вообще, в принципе, нормально. А сегодня что было так? Плохая погода. Вот это серость, да? Ну, а вы делаете зарядку какую-нибудь? Или... Да, я обязательно делаю. У меня в таком возрасте, что без зарядки... Уже без зарядки не вообще никак. А что, какое главное упражнение ваше? Вот некоторые делают йогу крокодил, я знаю, эти раскручивания. Ну, раскручивание у меня такая штучка есть, я верчусь на ней. А так я... Да, диск, да. А так я там... Ножки диск это надо сюда. Стоя вот так вот? Да. А, ну да, это для спины полезно. Ну, и для равновесия, наверное, ну, я не знаю. Ну, наверное, помогает. Ну, вы, наверное, на правильном пути, что делаете зарядку. Надеюсь. Да, мы желаем вам крепкого здоровья и почаще улыбаться. Хорошего дня. Друзья, я расскажу вам свой метод, он действенный. Все очень просто, нужно завести не один, а 17 будильников. 17 будильников через 2 минуты каждый. На 16-м будильнике я перевожу еще на 5 минуточек и потом просыпаюсь. На сегодня все, пока. Ну что ж, я надеюсь, что с нашей легкой руки все-таки Новый год наступил. Ну, теперь уж точно и наверняка мы еще раз поздравляем всех со старым Новым годом. И пусть он будет таким же, как мы желали вам 1 января, 2 недели назад. В общем, много-много вам радостных и счастливых дней и моментов. Ну а чтобы сегодняшний вечер был не скучным, мы попросили его завершить танцевальную группу S-Team. Они в нашей студии. Пока, не скучного вечера. Пока. Нас очень ждет этот новый-новый год. Счастье и радость несет весь этот новый-новый год. Давай с нами чилить и отдыхать, и фотки прикольные в нет сливать. Нам можно все, ведь Новый год. Все вместе замутим тусу, вам с нами не будет грустно, ведь это Новый год. Пой с нами весь народ, окей. Это Новый год, счастье он несет. Мы руки поднимаем и радостно встречаем Новый год. Все
с нами поем. Это Новый год, ой, смелей народ, мы веселимся вместе и не стоим на месте. Новый год, пой с нами не грусти, а везде мандаринами пахнет, и фейерверк сегодня бабахнет. Кто-то и где-то всю ночь до рассвета сегодня подарки достанет. Зажигает сегодня планета, нам не до интернета. Отложим планшеты, мы сегодня отрываемся, забыв про комменты. Друзей встречаем, вместе весело зажигаем, оу, oh, yeah. Маскарад надели и прикид, и чувствуем, как Новый год в гости спешит, ага. Забываем печали, ведь сегодня праздник, о котором мечтали. Ведь сегодня день, которого долго ждали. Что-то мы не поняли, вы что-то устали. Все вместе! Это Новый год, счастье он несет. Мы руки поднимаем и радостно встречаем Новый год. Все с нами поем. Это Новый год, ой, смелей народ. Мы веселимся вместе и не стоим на месте. Новый год, пой с нами, не грусти ты. Новый год, новый-новый год, сегодня весело встречаем. 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 Это Новый год, счастье он несет. Мы руки поднимаем и радостно встречаем Новый год. Все с нами поем.